Банк Америки подал заявку на новые патенты, связанные с блокчейн. Как сообщает CNBC, Банк Америки BOA подал заявку в Управление по патентам и товарным знакам США USTPO на три типа патентов, связанных с технологией блокчейн. Первый патент позволит Банку Америки аутентифицировать информацию о пользователях и транзакциях через систему блокчейн. Второй патент использует систему распределенного реестра, которая отслеживает и проверяет личность пользователя в сети. Последняя касается системы, которая отслеживает изменения в истории пользователей по определенной временной шкале и создает карту пользователя и его историю. Этот шаг демонстрирует, что Банк Америки планирует активно инвестировать в технологию биткоин и блокчейн.